Ранняя весна и благоприятные условия способствуют активизации клещей, переносчиков вирусного энцефалита и других опасных заболеваний. Пик активности этих насекомых приходится именно на июнь. В Татарстане с начала дачного сезона зарегистрировано 1719 укусов клещей. О мерах предосторожности и правилах оказания первой медицинской помощи при укусе клещей рассказала заведующая эпидемиологическим отделением университетской клиники Казанского федерального университета Татьяна Шлепченкова. Во-первых, правильно одеться при прогулках в парках или в лес. Нужно одеть одежду защитную, белого цвета лучше, если чтобы клеща лучше видно, будет светлый в смысле. Должны быть закрыты руки, ноги и брюки заправлены в ботинки или в сапоги. Рукава тоже должны иметь манжеты. Обязательно головной убор. Если получилось так, что клещ присосался, то нужно обратиться в травмпункт города Казани, который круглосуточно работает. Там клеща удалят и дадут рекомендацию отправиться в поликлинику по месту жительства для получения иммуноглобулина против клеща. В униклинике Казанского федерального университета проводится вакцинация от клещевого энцефалита. Однако, если уберечься от укуса клеща не удалось, следует также придерживаться специальных требований. Значит, можно использовать репелленты различные, отпугивающие или убивающие клещей. Есть специальные репелленты против иксодовых клещей. Есть совместный с комаром и клещом, но главное, чтобы клещ там был указан. Лилия Баталова, Универньюз.